общем, сейчас попробуем провести на Кублева операцию. В прошлом ролике увидели, как всех в нетрезвом состоянии садят машину и протоколов не выписывают. Сейчас у нас получится трезвый водитель. Трезвый водитель появился у нас. Пассажир, який стане псевдоводителем. Здрасте. Ты давай, що не лізе? Вообще, сука. Десь тут рано йде. Як не треба, то тебе от бутылки хрена дырвиш. Що, не водитель? Так, що документи. Перед собою ставлю. Водитель пересідає. Я пішов. Да, виходь. Добрий день. На рулі патрульна служба. Все раз мені ці треба. Там. А? Нормально. Главное, чому там стало, що ти не йде? Добре. Я рад. Я? Що ж ти? Нічого не вживали вчора? Вчора? Ну, так. На отдыхе. Пиво так. А? Київському. Самі дихов. А? Самі дихов. Ні, та там осталось, я їду, я ще не одне уїжджаю. Що я писав, що осталось? Та треба з'їздити. Будемо зустрітися. Де пробиваєш? А? Де живеш? Березка. Ну що ти, що ти? Ничего, зараз поведем. Ну, где на виде, да. Где жду? Да ну так. Договорюсь. Да не, я сейчас, я заранее то, что вы. Вот как я, да? Да не, ну холодно, воно такая. В бассейне трохи плавали, а так в море заходили до поверх. Ну, десь 25 градусів. Вода наче. Сон Віталій. Да. Здрасте. Здрасте. Ого. Що? Гарно було слышали, що відбувається. На вулиці стільки отак, за вітром. Вітер подував в мою сторону. Теж слышали твій раз. Та ну ви ж так теж вчора, що тут теж. Вчора, трошки. Тільки трошки треба було вийти. Ну, так як я на віддихі. Трошки там не сильно. Ставьте с правой стороны, чтобы будет стирать материал. Какой материал? Страхивый. Протокол составил. Мы берем машину, помню, в штрафплощадку. Откуда вы сами? Вышел. Под Киева там. Та я вчора, сколько там метров? Ничего, ну так все вчора. Ну еще раз допоздна бухал.
Давай так, щоб ми з тобою не навалися з корбу, це на процедуру плюс. Процедуру політик, пройшовка тест, ну і все. Ну, там процентів дають тобі 200, навіть 300%, що покаже, тому що пригадує, що тебе стоїть дня. Просто ужасно. Це ну як, ми ж на жінку забрати за це вийшов. Ну це що? З віддиха. Ну, завтра будемо їжджати. Сьогодні що, четвер, п'ятниця. Ну якраз завтра забереш машину, забереш жінку. Оплатиш за снапчатку, оплатиш за евакуатор. А скільки це все? Сколько буде стоїти це все? Ну, не дешево буде стоїти. Снапчатка в сутки 300, двоє суток вже 600. Евакуатор теж буде стоїти. Серйозно це? Порядка 1500. Конечно, серйозно, вполне серйозно. Отсюда, ближайшая снапчатка тут только в этом. Красно. До туда 30 км. Та це що, вчора пиво випив, оце таке? Ето? Ну так, це таке, от це, да. Водительське по місту жительства відправлено в суд, а суд вже буде рішати. Либо тебе лишать на 3 роки, либо штраф тебе 6-800 впаяє. І все. Тут, може, тут варіант? Що варіант? Я варіант? Не знаю. Руслан. Рішіть якось, ну. Де твій телефон? Мобільник веди. Машин. Бери мобильник, давай иди сюда, 2 минуты времени у тебя. Сказал, бери мобильник, иди сюда. Не буду говорить, не пишу сейчас. В своей машине. Я выключаю, беру, да? Мобильник еще не снимет. А что у нас разговор вообще? А? Ну як, хочет денег, 2 минуты времени у тебя, давай бегом сюда. Ну сколько стоит все, блядь, сказал, сколько, что, до чего? 6-800. Пишемо мобільний? Угу. Так я сам продиктую, так? Да? Прям? В якій базі проживаєш? Березка. Де ти працюєш? Руслан, набирай цифру, що ти взагалі предлагаєш, то, щоб це все не оформлялося? Ну, блин, ты... вообще, да, осталось там. Я не знаю, ну, нычки сотка в этом месте. Ну, я не знаю, что у тебя осталось, понимаешь, Руслан. Ну, ты спросил, что там за это светит, и тебе ответил, что за это светит. Ну, то есть, либо 3 года лишения, либо штраф 6-800 минималка. Плюс там все штрафплощадки, это все остальное, тебе станет десятку. Станет тебе так, грубо говоря, если поэтому. Ну, у меня там, ну, сотка баксов на нычке есть. Ну, это не серьезно, просто. Вот, а сколько проверяющим? Ну, а сколько? Ну, блин. Проще дать тебе проверяющему, сейчас его оформить за 3 минуты. Ну, приехал, ну, он сказал ее, я приехал проверяющий. Ну, нет, блин, ну что ж домой, жинку забрать, и это сам дитину, вы что? С кем ты едешь? Сейчас, сам. Сам едешь? Да. Ну, давайте брата на брюхе приедем в этом месте отдыхать. Где брат? Ну, в Березке в этом остался, мне надо просто поехать с людиной встретиться. Ну, что, куда тебе надо ехать? Куда ты ехал вообще? Березанка. Сам він созвонився. Що там Березанка? Ну, зустрітися на трасі. Він з Ніколаєвим повинен привезти, треба привезти його саме. Ну, коротше, там полагати на цей момент. Передати довше. Я не знаю, ну, Руслан, ну, говори серйозно, давай предлагай серйозно предложение. Ну, ви розумієте, ну, в мене, ну, блін, ну, з віддиха, які там вже залишилися? Ну, 100 доларів там яснички, блядь, щоб і жінка, ну, представляєш, що ще буде? Це ж... Ну, ти представ, що буде тебе оформити. Я думаю, проблем буде ще більше. Ну, ну, а скільки? Ну, ну, блін, ну, ще, ну, скільки? Ну, до 3 там. Це 200, ну, тож, ну, 200 ти уїхав. Ну, давай, блін, ну, може, брата є, ну, у нас просто такі, типа, є, потім правах положити. Просто, що в жінки це кришка. Просить, це ж, ну, блін, розірвайся. Є, є, ні, машині є. Брат де знаходиться? Березки. Ну, то все, на этом сам база. Налево, прям і сюди, налево на это. Як це, курортний, 26, який там. Ну, я понял. Брат, брат на машині чи ні? Ну, ну, він не приїде. Ну, йому плохеє. Ну, я понял, що він плохеє. Ні, ну він, я хотів з собою брати, він навіть не встав. Ну, давай, минута времени тебе, то саме, набирай брата, рішай проблему. Да, да, не, не, пока он сейчас старше занят, уже определится. Может, сотку до этого. Это, ну, а, ну, на месте мы надо. Мне надо будет старшему говорить за сотку, чтобы он тебя не оформлял. Понимаешь? А мне сколько это интересно.
ты вообще тут просто дай тебе вот старшему эту информацию. Да ну, пожалуйста, ну блин, может, ну серьезно. Ну це ж сейчас брату позвонив, він не візьме трубку, тому що, блядь, спить. Або їхать. Ну давайте з'їжджу, я не знаю. Ну просто що він не візьме, це зараз візьме жінка, блядь. Ну подумай хорошо, що надо. Ну давайте, сот, ну серйозно, ну є 100 друг. Ну, ну давайте з'їжджу тоді візьму, тому що ну дзвонить, це правносильно, блядь, що вже все. Ну що ти сюди, що візьмеш? Ну, ну гарантія, що ти його точно брати, але які гарантії? Ти сейчас подъедешь? Да, у него точно есть, потому что у нас такие приколы. Мы разговаривали, бля, когда тут приехали, что нычку там, на, короче, на улице, то все ломал, я, короче, так ничего не получил. Сейчас, пока кури минуту времени. Возле машины, я тебя позову, я сейчас старше. Да. Все нормально. Кури, кажется. Сотку прошу. Он каже, сотка до хера. Ой, мало. Да. Я говорю, сотка есть тут, блядь. А нет, так надо ехать до брата, потому что он не приедет. Я говорю, а возьми жінка трубку, это же все, крышка. Я говорю, блин, це я равносильно того, что повісься туди. Я говорю, сотка есть на базе. Я говорю, права. Ну я сейчас до старшего піду, проверяющий майор, типа все. Да я выйду, потому что, блядь, запало. Сиди, ты рассказывай. Ну все, шо, він каже, хорошо сейчас это, він сказав 10 тысяч, типа, бля, вообще выйдет. 6, 800, 3, 400, там, по 300 гривен эвакуатор по этому замку. Я говорю, блин, да, ну ты шо? А ну дайте мне проверить, писал. Я вот так вот. Топыешь, 14 минут. Каже, я говорю, да за це самое, понимаете? Попили это самое. Ну я тебя могу поздравить, мы договариваться не будем. Ни за 100, ни за 200, ни за 300, ни за сколько. Я тебя оформлю, машину заберу на отпуск. Чего? Ну потому что. Там уже чек вылез. Что? Надо оформлять, надо кого-то оформить и машину задержать на штраф. Сейчас одну категорию умрею восстановить, больше косарей зелени стоит. Ну подожди, ну давайте, ну мы же нормально что? Говорим. Ну чего? Зачем мне лишний разговор? Это дорогое удовольствие. Сколько ты найдешь? У тебя с собой сколько? Сотка, да, есть. Ну и что? Пойдешь в суд, да. Ну, у меня брата сотка еще есть. Ну давайте съезжу, заберу. Ну, если ну, брат... Звонить нереально, но он не приедет. Я уезжал, я хотел взять с собой. Приятно. Ну, блин, ну чеку я ему выпил трошки. Ну... Если брат вот так вот еще американскими находит, то договоримся. Ты ложишь сотки, и брат так, то я договорюсь с тобой. Нет. Ходи пешком, да, оформишь. Бля, ну це жінки надо казати, понимаете? Ну, ну так а що теперь? Так ну що тепер? Ну блін, ну вчора ж казала, блядь, думай головою. Ну давай. А їхати надо було. Давай тоді оформим. Ну, пожалуйста, ну давайте, ну блін, ну по-чесно, у нього 100, у мене 100. Ну блядь, ну більше нема, ну реально осталось. Ладно, лежи свою сотку. Та в машині зараз плюс. Неси, а я хоч березку. Ну не набрати об'єму. Щоб, блядь, вийшов. Ну я не знаю, ну якось скажу, що типу, забув там, що ти винес. Хорошо. Короче, пошли бігом, телефон оставив. Проб'єш Ларченко, пиздець, блядь. Сказав, бери сотку, іди сюди. Телефон забрав у мене, блядь. Потому что, пошли бегом. Сказал, 100 тут, 100, блядь, едем в березку. Подожди. А телефон что забрал? Блядь, подумай, что пише, положи нахуй. Сейчас забьет, блядь, продивишься, что с того, это ты все, крышка. Так она ж ты камера.
Яка камера? Ну все, так а що? Так він же сказав Березку їхати. Так сто, я даю, сто за Березку їхати? А хто поїде? Ти поїдеш? Да, що, я сам? Залізеш? Та він на машині, на ти їдемо. На його. Ну, виходимо? Ну пішли. Камеру включати. Ось документи, у нього майора, быстрее давай, бо щас, блядь. І телефон, і документи. Здесь камера заблюдати. Добрий день, товариш майор. Якось нічого. Документи сюди, бля. Документи віддав. Я за машині не їхав, слышиш ти? Ви розумник. Саша, йди сюди. Це вообще что? А от то, що ми вообще все, что ли? Тихо, не нервуй. Попали ви, да і все. Угу. Юрій Віталійович, ви зря так з нами. Ви теж зря. Ми з вами. А як ви в больницю відвідаєте? Може на місце прийдемо? Юрій Віталійович, я ще раз вам говорю. Не треба так робити. Не понял, ви мене що, вражає? Та що я вам говорю? А як ми робили? Ну, телефон забрав? Да. С вами ніяких незаконних дій не зробили. Документи були? Вон лежат в руках. С вами не документы. Отдал. Да что еще мне сделать? Человека освидетельствуем, потом вернем. А ничего, что по пункту 2.4 я обязанный предъявить? Ничего. Ничего? Отдайте документы, пожалуйста. Я отдам. Товарищ майор, после, старший проверяющий, после, отдайте. После метосвидетельствования отдадим. Сколько вам дать? Драйвер. $200 еще привезти? Не надо нисколько. Уже не надо ничего? Нет. Хорошо. А что драйвером не зовешь всех драйвером? Ну да, давайте драйвер, не вопрос. Драйвер продует, поедьте дальше. Да, Саша, пускай драйвер продует человек. Драйвер, ведись сюда. Так а как мы с вами поступаем? Что не так мы сюда сделали? Сюда подойдите, пожалуйста. Пускай человек драйвер продует и едет дальше. Документы отдайте, я никуда не ухожу. Я вам отдам после метода. Дайте, пожалуйста, документы. Я вам отдам. Я вам повинен... Заберете, водительское вы имеете. Я вам отдам после того, как человек продует. А свидетельство о регистрации, зачем оно вам? Ну, свидетельство о регистрации отдам. Можно ваши документы? Можно. Покажите, пожалуйста. Покажу сейчас. Жены на 120. Без вопросов, покажу. Так, я могу. Ключи, еще второго позови, пускай человек алкотест продует. Так, и, как положено, правильно? Ну, конечно. Без понятых. Не так, как вы с утра делали это, без понятых. Ну, давайте мы не будем. Там давайте не будем. Как мы что вам делали? Вам видео показать? Ну, почему? Как надо? Вы делали? Надо, как вы делаете, вам все показать. Саш. Идите с регистрации, верни. Я вернулся. Нет, вы вернулся. Саша, позови сюда, сюда. Позови всех, пускай человек продует и присутствует, и едет дальше. Товарищ майор, дайте документы, я их предъявлю вам потом, когда нужно будет. Давайте документы. Лежите. Раз. Лежите. Два. Да. Без проблем. Показывайте. Сюда, пошли. А что ж сюда? Давайте сюда. Так вы ж с утра целый день тут продували. Сертификат покажите и номер. Я трубочку нормальную запечатаю, не так, как людям даете. Так, как вы людям даете. А помните, как вы давали вот так вот? Дайте, я не украду, вы же припомните. Вот так вот. Не давали продавать, нет? Потом давали продавать. А так можно? Кому давали продавать? Держите. Я вам покажу видеоролик в интернете. Документы. Да, я просто я хочу сверить номер. Да, вот такой номер. Трубка есть? Да трубки нет. Нету. А где та трубка, что вы дышите всем, кто даете? Вот это они, да, заряженные? Можете любую взять трубочку. Понятное нет. Дело. Трубочка да, должна можете. Быть чистая. Запаянная и закончена. Пусть подвезет.
Ребята, можете отказаться. Это долгая процедура, мы их ловили, не предупреждали. Дело в том, что они думают, что это водитель. У нас есть запись видеорегистратора, как я ехал за рулем трезвым, а потом вот, ну, человек не трезвый, мы специально он выпил пиво. Это все записано, мы журналисты. У нас есть записано на видеорегистратор, как он пересел. Да. То есть должен продавать водитель, а не пассажир, который вышел потом с машины Саша, и предъявил документы. Да, а Саша не заметил. Все же сделано красиво. Вы как пересели там? Ну, да, у нас записано, как мы пересели. Не переживайте, майор. Давайте трубочку. Саша, у тебя есть доказательства факта управления этого человека? Если нет, то они могут быть свободны. Да, а $200 кому давать? Вам? Не знаю, кому. Или товарищу Саше? Кому ребята хотите, тут давать. Сбивают деньги, начинается с 10 тысяч. То есть у нас записан разговор. Сошлись они на $200, $200 у нас 100 с собой и 200 собой, поехать. А $100 ну, как бы, это ваше вот личное мнение, если у вас есть доказательства, можете... Да, доказательства у нас есть. Доказательства управления есть этого человека? Если нет, все, вы можете быть свободны. Все, спасибо. Ну и так свободны. Нет, спасибо. Спасибо, все хорошо. Чтобы вы так не так говорите, я вам не так вам с вами поступаю. Юрий Витальевич, я... Ну вы так сказали, я подошел, вы говорите, вот вы, я Юрий Витальевич, с вами не так поступаете. Знаете, ну я просто с камерой не хочу общаться. Не, ну я могу выпить, но это ничего не меняет камера. Вы же на камеру сказали, что я не так с вами поступаю. Это была угроза, Юрий Витальевич? Ну я вам потом расскажу. Все, Саш, работай. Кто сможет вызвать следственную оперативную группу, мы хотим заявление написать? Саша, кто дежурный сегодня? Не, нам... Ладно, можете на 102 вызвать. На 102 лучше вызвать.